Доброго времени суток, люди добрые. На канале Ирина Пауэр, дальнебой со мной. Мы с вами в штате Индиана. Чешем ногу об дорогу, как я говорю. По милости Господа я проснулась сегодня, начала свой день. Ну, естественно, если вы смотрите, вы тоже это сделали. Но кто бы что ни говорил, люди есть скептически относятся к тому, что Бог есть. Я скажу, что Он есть, и надо Ему верить, потому что Он нас сотворил, дает нам жизнь. Все необходимое в этой жизни. Иногда мы проходим какое-то испытание, это тоже нужно. И не то, что Бог нам дает какое-то испытание. Бог злом, написано в Библии, никогда не испытывает. Просто этот злой мир и люди злые иногда делают то или другое, и хорошие люди подвергаются каким-то испытаниям. Да? Либо наш выбор, либо что-то. Бог любит нас и всегда хочет нам, желает добра. Поэтому слава Богу, что сегодня день для меня начался. Красивое небо, восход солнышко, милость Господа не обошла эту местность тоже. Здесь у нас 6 без 26 и 66 по Фаренгейту. Прикольно, 6 из 20, да? Дорога такая себе, потому что Индиана, Иллинойс, они вечные их ремонты, вечные их какие-то дела на дорогах, и они такие, дорожки не очень. На траках по им ехать не очень интересно, потому что кидает тебя чуть-чуть. Маленькие машины, они, амортизация их хорошая и нормально. А вот большие машины, вот эта маленькая, вот эта латают, да, уже ее чувствуешь. Так что, друзья, едем в соседнее село, в штат Огайо, разгружаться. Я везу рис в больших мешках таких белых. Потом сниму шортик, покажу вам, что я привезла для этой компашки рис. Я вчера загрузилась рисом в штате Арканзас. Меня кто-то спрашивал в предыдущих роликах, есть ли у меня со штата Висконсина ролики. Конечно, есть очень много. Я обычно подписываю свои ролики, где их снимаю. Поэтому заходите там, ищите. Есть, конечно, есть. Штат Висконсин у меня тоже есть. Это, я его всегда называю штатом сыра. Потому что это молочный штат, много там держат фермера молочных коров, они изготовляют всякие сыры. Это они знаменитые на это сыр. Всякие сыры делают в Висконсине, потому что молочка у них там, конечно, нормальная. Хватает молока и всего, они снабжают всю страну. Ну и не только Висконсин, вообще Америка, она фермерская такая. Фермеров здесь почет им от государства, все нормально у них в этом плане, поэтому они заинтересуют людей заниматься фермерством. Я уже с этим трактористом, я не знаю, вот это я его сейчас обгоняю, да, он то меня обгонит, то я его, то он меня, он как играет, ну это какой-то индус, потому что я почему знаю, что это индус, потому что у него какие-то черные веревки висят на зеркалах, и это ихняя такая какая-то оберег, ихняя, ничего там, они верят в это, что веревки их могут спасти, наверное, не знаю, для чего, но это ихняя религия. И да, это индус, кстати. И то он меня обгонит, то я его обгоню. Целое утро он сегодня со мной так вот играется. Ну, короче, так что денек у меня сегодня начался продуктивно. Вообще эта неделя такая продуктивная. Катаемся, работаем. Я дома, естественно, уже не была за месяц. Ну еще до 12-го погоняем и будем ехать домой, потому что я буду переезжать, там все. Короче, 16-го у меня уже ключи будут. Но 12-го я уже буду дома, это будет пятница, нормалек. Так что так, друзья, потом уже дома там все вам поснимаю, потом, как я и обещала, все расскажу, за сколько мы купили, за сколько мы сторговали этот дом и сколько там еще надо будет мне, чтобы сделать то, что я хочу сделать. Все вам в деталях полностью расскажу и покажу. Поэтому, народ, новые подписчики, я вижу, у меня появились. Спасибо огромное, что вы подписались на меня. Оставайтесь со мной, будем вместе путешествовать, будем вместе, ну вот так вот, кататься по дорогам Америки, да? I
какое красивое сегодня вышло. Но оно было побольше. Сейчас уже оно поменьше. Рассвет такой красивый, красивый сегодня. Так что все, кто со мной, благодарочка вам всем, народ. У меня самые лучшие подписчики в Ютубе. Реально, я это не говорю просто так, это правда. Потому что у меня как-то по большому счету нету вот этих сплетен каких-то, унижений. Мы друг друга не знаем, мы уважаем это. Чисто здесь, чтобы вот так покататься, посмотреть что-то. Так что оставайтесь со мной, будем путешествовать. Ну а покамись, покамись. Вот нас обогнал полицейский. Нехаются беды с Богом, как кажут. Сегодня еще интересную вещь видела, кстати. Народ, если кто-то даже в Европе ездит на фуре, да, и там в Америке тоже. Вот люди есть такие. Нас нельзя в Америке, конечно, запрещается вот так вставать на обочине. Сегодня видела такую картинку, это очень интересно, даже если ты встал на обочине, просто там на секунду что-то тебе надо, да, осторожно, да, сейчас много дождей. Я еду сегодня утром, я смотрю такую картинку, значит, зона отдыха, и там уже выезжает. И обычно люди, когда нету мест на зоне отдыха, они там где на выезде, встают вот на обочинку, и один трак перевернутый полностью вверх ногами, он, видно, встал, и колесо обсунуло с него ночью, либо вчера, когда парковался. Вот, получается, там, где уже трава, видно, очень мокро было, он тяжелый же, естественно, трак. И его просто посунуло, и он перевернулся. Это жесть. Вот человек так закончил свой день, конечно, это печалька. Поэтому осторожно, сейчас очень много дождей везет. Вот эти обочины, они мягкие. Если траком тяжелым стать, хоть одним колесом, естественно, можно сунуться туда и перевернется трак. Поэтому, народ, все, это для тракиста, ну и может быть даже для маленьких машин, я не знаю, но тракистам особенно, да. Очень надо быть осторожным на дорогах, будьте бдительны, как говорится. Маленьким нюансом всегда надо все продумывать. Я долго вас не хочу томить вот этим всем бла-бла и вот этой дорогой ни о чем. Просто вышло сказать, что у меня все хорошо, мы работаем, все отлично. И я к вам вернусь, народ. Обязательно. Всем добра и мира. Будьте счастливы. Будьте осторожны везде. Туманчик такой вот встречает меня периодически. Я к вам вернусь, народ. Всем пока.